57-летняя комик Татьяна Лазарева заявила в социальных сетях, что развелась с 58-летним юмористом и телеведущим Михаилом Шацем. Лазарева обратила внимание на то, что ранее в России два иноагента еще не разводились. К слову, ее случай стал первым, отметила артистка. По ее словам, им довелось многое пережить за годы брака. Артистка подчеркнула, что теперь свободна. А недавно Лазарева назвала Шаца забытым вопросом. Именно так она прокомментировала новость о его задержании и депортации на Бали. Напомним, что на площадку, где должен был пройти концерт Шаца, на Бали нагрянула миграционная полиция Индонезии. Телеведущего задержали и депортировали из страны в Израиль.